Мы рады приветствовать вас на церемонии приведения к присяге юнармейцев и вручения знамени военно-патриотического движения «Молодая гвардия. Юнармия». Центрального штаба движения Виктор Пудов. Здравия желаю, товарищи юнармейцы! Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий! Принятие присяги, приступить! Принятие присяги! Я вступаю в ряды военно-патриотического движения «Молодая гвардия. Юнармия». Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь наблюдать устав движения, быть честным юнармейцем и всегда смертным своему отечеству. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимной выручки. Всегда быть защитником славы, преодолевать все преграды в борьбе за правду, справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте. Быть патриотом и достойным гражданам Донецкой Народной Республики. Честь и гордость и высокое звание юнармейца. Клянусь нашей родине. Я вступаю в ряды военно-патриотического движения «Молодая гвардия. Юнармия». Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь соблюдать устав движения, быть честным юнармейцем и всегда быть верным своему отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Принятие присяги. Сегодня у вас важнейшее событие. Вы присягаете на верность Родине и народу Донецкой Народной Республики. Уверен, что это событие станет одним из самых важных в вашей жизни. Сегодня ваша жизнь кардинально поменяется. Вы уже не просто юные граждане Донецкой Народной Республики. Вы юнармейцы. Это звание нужно нести с честью. Уже через несколько дней некоторые из вас пройдут торжественным маршем в параде, посвященном празднованию Дню Победы, в одной колонне с героями, прошедшими не одно сражение. Я верю, что вы не посрамите высокое звание юнармейцев и с честью выполните все, что поручит вам Родина. Вы избрали трудный путь, и пройти по этому пути – дело чести. Убежден, что большинство из вас, связав сегодня жизнь со служением Родине, и в будущем продолжит это важное для нашего государства дело. Добрый путь. Вы, юнармейцы, как раз считаю, одна из ваших основных задач отстоять правду, отстоять историческую правду, показать, насколько действительно можно по-настоящему любить Родину,
приносить Родине пользу, защищать, как у вас в присяге, более слабого, и при этом быть успешным и достойным гражданином своей страны, нашей республики. С праздником вас, дорогие юноармейцы, потому что день присяги – это особый день в жизни каждого из вас. И уверен, что у вас все получится. Вы исполните каждое слово, которое сегодня прозвучало в присяге. Удачи вам, всего самого хорошего. Сегодня действительно для вас исторический день. Вы выбрали тот путь, который тернист и долог. Но, как сказал глава Донецкой Народной Республики, он очень почетен. Вы наше будущее. Я горд тем, что нахожусь сегодня здесь, рядом с вами, и присутствовал на принятии присяги. Еще раз вас всех поздравляю. Дорогие юноармейцы, разрешите вас и весь народ Донбасса поздравить 74-й годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками. Желаю здоровья, счастья, успехов.